Проблема безнадзорных животных всегда считается острой и рассматривается обществом неоднозначно. Прежде всего, речь идет о собаках. Кошки что, на людей не бросаются, живут по подвалам, сдерживают нашествие крыс и мышей и представляют собой угрозу разве что как источник паразитарных заболеваний, да и главным образом при тесном контакте. А вот стая безнадзорных собак – это реальная угроза жизни и здоровью человека. Долгое время в нашем городе проблема бездомных собак решалась способом отлова и утилизации таких животных. Но с 2015 года на территории города Конаково заработал пункт временной передержки животных. Проведена огромная работа, выделено место, огорожена территория, были построены кормокухня, вольеры, завезены необходимые корма, медикаменты, инвентарь для животных, организован быт привозимых сюда животных. При попадании в пункт передержки собака осматривается ветеринарным врачом, обрабатывается от гельминтов, блох, а также вакцинируется против бешенства. В ежедневном режиме за каждым питомцем из конаковского пункта передержки собак ухаживает группа волонтеров под руководством Татьяны Ханжан. Еженедельно мы объявляем сбор корма, на который приходят люди, приносят корм, мясные обрези, кастрюли, игрушки, поводки, ошейники, то есть все, в чем нуждаются собаки. Так как собаки поступают постоянно в пункт передержки, каждой собаке требуется еще и миски, и кастрюли. То есть постоянно мы просим об этом, и люди нам приносят. Мы очень благодарны всем, кто откликается на наш призыв. Как говорит Татьяна, для них собаки – это маленькие дети, их друзья. И каждый раз, когда их подопечные обретают дом, они безумно рады за них и всегда держат связь с хозяевами, чтобы удостовериться, что с их малышами все в порядке. Все собаки пристраиваются по договору, специальному договору, при наличии паспорта. Если собака чем-либо не понравилась будущим хозяевам или они не смогли с ней справиться, собаку возвращают нам обратно. Обязательно, это обязательное условие. Многих собак мы пристроили по Тверской области, и не только в Конаково, а в Тверь, Кимры, Клин, Москва, даже вот так вот было. Сюда мы ездим в пункт передержки ежедневно, потому что собаки нуждаются в еде ежедневно, в уборке ежедневно. На данный момент в конаковском пункте передержки животных 18 собак от мала до велика. Самым маленьким всего 2 месяца. Они активно кушают, резвятся на траве и быстро идут на контакт с человеком. Совместными усилиями Домкомсервис, волонтерской группы, госветслужбы нашего города 20 августа в 11 часов на центральной площади организовывается акция «День счастливой собаки». Мы приглашаем жителей города, гостей нашего города, всех неравнодушных людей принять участие в этой акции. Мы ждем вас с кормами, с поводками, с ошейниками, с мисочками. Кто чем может, придите, помогите бездомным собачкам.